Всем привет! Меня зовут Мика Хигаль, первый стармастер в Казахстане. Я строю этот бизнес с супругом Владимиром. Сегодня моя тема — маркетинг-план. Я хочу его рассказать немножко необычно. Я хочу приурочить его к девизу компании. Я верю, что можно рассказать маркетинг-план, используя девиз компании. В чем заключается девиз компании? Заботиться о душе. Создавать видение. Следовать вере. Служить смирению. Основатель компании Atomy, господин Пак Хан Гиль, сам прописал все эти истины. И действительно, находясь на высоком ранге, я понимаю, насколько это важные слова, насколько это важные принципы, которые помогают нам строить успешный, честный, красивый бизнес. Это та мудрость, которая поможет вам расти вверх по рангам, закрывать ежедневно бинарные шаги, а также выйти на пассивный доход. Итак, регистрируясь в компанию, у вас есть спонсор. То есть без спонсора участника Atomy зарегистрироваться в компании нельзя. Поэтому благодаря спонсору мы узнаем об этой замечательной компании, и у нас появляется ID. Когда вы регистрируетесь в компанию, вам дарят ID. Номер, ваш индивидуальный номер, который никогда не повторится. И продолжая регистрировать, у вас появляется левая и правая ветки, то есть две ветки. И в этом заключается бинарная структура. То есть у вас есть только две ветки. Куда вы зарегистрируете третьего человека? Под людей, которые у вас уже зарегистрированы. То есть в левую или в правую ветку. И вы можете вести эти ветки вплоть до бесконечности. То есть они у нас не ограничены числом, не ограничены страной. И независимо, открыта сторона или нет, вы можете зарегистрировать свою структуру людей совершенно со всего мира. И все их покупки будут зачисляться вам как групповые баллы. Почему здесь важно заботиться о душе? Потому что каждый человек, включая вас и вашего спонсора, это душа. А душа – это самое сокровенное, что есть во Вселенной. Это то сокровище, которое нужно нести и заботиться о душе, ни в коем случае не использовать, наоборот, помогать, дарить возможности. Все люди в вашей структуре – это души, и мы помогаем и заботимся о них. Компания, в свою очередь, предоставила нам все возможности для того, чтобы мы вели свой бизнес с нуля, без каких-то вложений и рисков. То есть у нас уже есть сайт, который вы можете использовать, у нас есть склад, у нас налажена логистика, и ваш партнер, скажем, в Америке может покупать товары и получать их на дом. И если у вас есть партнер, скажем, в Малайзии, он зарабатывает в местной валюте. То есть без вашего участия человек может получать выплаты, получать товар. И вот эта вся система, она вся отлажена. И что очень упрощает нам с вами задачу. Давайте поговорим о прибыли компании, как она распределяется. То есть представьте круг. 30% из этого круга компания оставляет себе, включая вот эти все расходы, о которых я говорила, которые не нужно вести вам. 44% компания распределяет по всем бинарным шагам. Ваши множители формируются именно из этих 44%. 20% всей прибыли называется мастерское вознаграждение. То есть вы можете также получить долю из этих процентов, если вы закрываете мастерство. И остается 6%. Если вы открыли центр и верифицировали его как образовательный центр, официальный центр Atomy, то вы получаете 6% от глобального товарооборота. Принцип компании Atomy – абсолютная цена, абсолютное качество. То есть такое качество вы не найдете цен ниже на рынке. Мы не соперничаем с другими сетевыми компаниями. Наши конкуренты – это супермаркеты, это магазины косметики и так далее. Пандемия показала, что интернет-бизнес – это сейчас самый востребованный бизнес, который остается на плаву даже в самое сложное время. Компания Atomy – это ваш шанс на счастливую, успешную жизнь. А также эта компания может обеспечить не только вас, а также ваш аккаунт
дальше передается по наследству вашим детям и внукам. Компания Антон ничего не требует взамен за регистрацию. Регистрация абсолютно бесплатная, нет ежемесячных закупов. Единственное условие, чтобы жил ваш аккаунт, одна покупка в год. То есть поддерживайте свой аккаунт. Если вы видите у себя колокольчик, это значит, что пришло время сделать покупку. Но делать покупки в Атоме – это одно удовольствие. В эти товары очень легко влюбиться. И поэтому, когда мы начинаем пользоваться этими товарами, у нас в голове происходит переворот. Мы понимаем, что это отличная бизнес-возможность, на которую стоит обратить внимание. И давайте теперь перейдем к теме о том, как же зарабатывать деньги в Атоме. В Атоме может преуспеть любой человек, независимо от опыта, от образования, от пола, от возраста. Но для того, чтобы подняться на вершину и здесь зарабатывать, то нужно обязательно разобраться в системе. Это второй пункт нашего девиза «Видение». Самый лучший способ предсказать свое будущее – распланировать его. Создайте видение и стремитесь к нему. Когда у вас есть видение, у вас есть четкий план в голове, как вы будете идти шаг за шагом в Атоме к успеху. Поэтому предлагаю вам разобраться в этой системе. Итак, вы регистрируетесь в компанию, у вас появляется ID и левая, правая веточка. Что такое PV? Наверное, вы слышали такое понятие, как личный PV и групповые PV. Начнем с личных. Личные PV – это все ваши покупки. То есть каждой покупке компания вам дарит баллы. Определенное количество баллов на определенный товар. Уровни дистрибьюторства зависят от ваших личных баллов. И есть всего 5 уровней дистрибьюторства. Первый уровень – это торговый представитель. 10 тысяч PV. Когда вы купите 10 тысяч PV, скажем, это набор Scalp Care, да, шампунь, кондиционер, то вы уже становитесь торговым представителем, и вы можете копить свои групповые баллы. Второй уровень называется агент. Чтобы стать агентом, нужно накопить на личном аккаунте 300 тысяч PV. Следующий уровень – специальный агент. Следующий, четвертый уровень. Дилер, 1,5 миллиона баллов. И последний уровень 5, эксклюзивный дистрибьютор. 2,4 миллиона. Личные баллы – это не единственный способ, как можно подниматься по уровням дистрибьюторства. Есть второй способ – это групповой оборот в меньшей ветке за прошлый месяц. Если вы новичок в Атоме, вас эти цифры могут немного пугать. Давайте упростим нашу задачу. И вначале, на самом деле, важны только первые 2 уровня. Это торговый представитель и агент. Давайте сфокусируемся на них. Групповой. Это групповые PV, групповые баллы вашей левой и правой ветки. Когда любой человек вашей левой или правой ветки делает покупку, она на 100% зачисляется в ваш групповой оборот. Групповые баллы могут копиться в течение жизни вашего аккаунта. Да? То есть они могут накапливаться в течение любого времени, пока не достигнут этих волшебных цифр. 300 тысяч PV. Запомните эти цифры. Слева. И 300 тысяч PV справа. В таком случае, находясь в статусе торгового представителя, вы уже можете закрывать свой первый бинарный шаг. Когда у вас левая ветка делает 300 тысяч PV и аналогично правая, находясь в уровне торгового представителя, вы закрываете свой первый бинарный шаг. Поздравляем вас! Это большая радость для вас и для ваших спонсоров, а также ваши партнеры видят действительно, что здесь можно зарабатывать. Сколько денег вы получаете за первый бинарный шаг? Первый бинарный шаг – это когда вы в уровне торгового представителя слева и справа проходит оборот 300 тысяч PV. Как его высчитать, нам помогает множитель. Что такое множитель? Это доля
со всего оборота компании, который вы получаете за закрытие бинарных шагов. То есть за закрытие первого бинарного шага вы получаете 5 множителей, это примерно 1200 рублей. Соответственно, за бинарный шаг второго уровня, когда вы уже агент, оборот тот же, по 300 тысяч PV с каждой ветки, вы получаете 15 множитель, это примерно 3600 рублей. За бинарный шаг третьего уровня вы получаете вдвое больше. Как это сделать? Вы в статусе специального агента, а также слева и справа проходит оборот в 700 тысяч пилин. В таком случае вы получаете 30 множителей, это 7200 рублей. И хорошая новость в том, что это не единственный источник дохода в Атоме. Что значит закрывать бинарные шаги ежедневно? Давайте я вам расскажу об этом с помощью дней недели. Скажем, вы в уровне торгового представителя закрываете бинарный шаг 300 тысяч, то есть 300 тысяч PV слева и 300 тысяч PV справа. Вы получаете за это 5 множителей. На следующий день, во вторник, мы начинаем подсчет с нуля. Давайте возьмем такую ситуацию. Слева у вас проходит оборот в 280 тысяч PV, а справа 300 тысяч. В таком случае у вас бинарный шаг не закрывается. Да? Здесь в малой ветке не хватило 20 тысяч баллов. То есть в этот день мы не получаем множителей. И эти баллы идут на следующий день. В левой ветке у вас кто-то купил Хемахим. Хемахим дает нам 55 тысяч PV. То есть здесь мы прибавляем 55 тысяч PV, получаем 335 тысяч PV. И справа остается тот же оборот в 300 тысяч. В таком случае мы получаем снова 5 множителей. В четверг вы решили поднять свой уровень дистрибьюторства и стали агентом. Теперь, закрывая бинарные шаги такого же уровня, да, мы начинаем подсчет с нуля. И когда вы закрываете бинарный шаг 300 тысяч PV слева и справа, вы получаете уже больше, 15 множителей. В пятницу вы снова растете по уровню дистрибьюторства и становитесь специальным агентом. У вас слева и справа проходит оборот в 700 тысяч PV. Это бинарный шаг третьего уровня. За этот шаг вы получаете 30 множителей. Воскресенье не считается как отдельный день, он идет как продолжение субботы. И подсчет, да, также опять начинается с нуля. И мы также закрываем по 300 тысяч PV. Получаем 15 множителей. В понедельник возьмем такую ситуацию, что левая ветка у вас делает 50 тысяч PV, а справа 300 тысяч PV. В таком случае мы не получаем множителей. И эти баллы идут на вторник. И продолжаем в том же духе. Что происходит во вторник? Это любимый день, потому что в этот день происходит расчет ваших бинарных шагов за позапрошлую неделю. Эти выплаты вам начисляются на ваш расчетный счет при условии, что вы прошли верификацию дистрибьютора. Как смотреть, как подсчитывать все эти цифры? К счастью, этого делать не надо самостоятельно. Система ведет бухгалтерию самостоятельно, автоматически. И что вам нужно сделать, это зайти в мой офис, зайти во вкладку «Спонсорское вознаграждение», выбрать период, и вам система покажет, какие бинарные шаги вы закрываете. Давайте для примера проведем подсчет, сколько же у нас получилось множителей за эту неделю.
Здесь у нас получилось 70 множителей. За это вам компания начисляет 16800 рублей во вторник. И вы получаете это на свой расчетный счет. Когда у вас есть четкое видение того, как в Атоме зарабатывать деньги, ваша картинка становится реальной, и вы идете к этой цели. Любимая часть маркетинг-плана – это мастерство у многих участников, потому что здесь мы зарабатываем больше денег. Если говорить о дивизии, я рассматриваю мастерство как веру. Вера помогает нам в трудные времена, когда у нас опускаются руки и нам не хватает сил. Вера помогает нам вернуть эти силы и вернуть блеск в глазах и дойти до конца. Только вера в невидимое. Это есть истинная вера, потому что то, что мы видим, это уже не вера. Поэтому, чтобы дойти до конца, у вас должна быть очень твердая вера, что у вас это получится. Очень важно запомнить здесь квалификационные периоды. То есть есть два периода, когда вы можете закрыть мастерство. С 1 по 15 и с 16 по конец месяца. Важно запомнить эти цифры. Узнать, сколько PV у вас закрылось в определенный период, можно, зайдя в мой офис, зайти во вкладку «Продажи моей группы» и выбрать определенный период. Там вы увидите, сможете ли вы закрыть мастерство, закрыли ли его или еще нет. Первый ранг у нас называется мастер продаж. Самый первый ранг, самый волнительный, когда вы становитесь мастером продаж, это победа для всей вашей команды, для ваших спонсоров. Мастером продаж может стать специальный агент, и в квалификационный период вам нужно сделать 2,5 миллиона слева и 2,5 миллиона справа. Поздравляю, вы стали мастером продаж. Теперь у вас этот ранг, у вас никто не заберет. Он остается с вами навсегда, пока вы не достигнете следующего уровня. Что дарит нам компания за достижение мастерства? Это наша замечательная продукция. Вы получаете целую коробку хемохим. Вы получаете набор вечернего очищения, а также набор фейм по уходу за кожей. Сколько денег вы получаете за закрытие мастерства? Получаете 25 тысяч рублей за один период. То есть, если вы закрываете мастерство дважды в месяц, вы получаете 50 тысяч рублей только за мастерство. Следующий ранг – бриллиантовый мастер. Это мастер, который достиг следующего, второй ступеньки. Два мастера продаж слева и два мастера продаж слева. Права, независимо в какой глубине. То есть маркетинг-план Атоме построен так, что чтобы подняться на следующий уровень, помогите своим партнерам выйти на мастеров, то есть тоже получить уровень мастерства, и вместе вы создадите такую сильную команду, которая идет вверх по рангам. Также необходимо быть дилером, чтобы быть бриллиантовым мастером. Какие подарки дарит вам компания за закрытие мастерства на уровне бриллианта? Вы получаете планшет или компьютер, а также те же подарки, что и на первом уровне. И ваша выплата за мастерство будет составлять 45 тысяч рублей. Чтобы достичь уровня мастера Шаронской розы, нужно быть эксклюзивным дистрибьютором. Почему Шаронской розы? Это национальный цветок Кореи. Вы даже можете его увидеть на гербе. Это тот цветок, который растет только в клубне, то есть среди своей семьи. Также и мастер Шаронской розы может достичь этого уровня только если его семья выросла два бриллианта слева и два бриллианта справа. Приятные подарки от компании – это путешествие на двоих на 4 дня. Плюс подарок от компании в денежном эквиваленте примерно 110 тысяч рублей. Ваша выплата за достижение мастерства Шаронской розы в один квалификационный период будет составлять примерно 110 тысяч рублей. Следующий уровень стармастер. Это тот ранг, который мы занимаем сейчас с супругом. Стармастер. Звезда. Атоме.
Это тот ранг, который говорит о том, что у вас уже есть огромные структуры, огромные команды, и в них выросло по два мастера Шаронской розы слева и два справа. Компания поздравляет вас, для вас записывается ролик, и вы едете в путешествие от компании, а также вы получаете в денежном эквиваленте 550 тысяч рублей. Выплата за достижение Star Master примерно 430 тысяч рублей. Итак, у нас осталось три ранга. Royal Master, Crown Master и Imperial Master. И все стремятся к вершине, потому что выше Imperial Master у нас уже нет рангов. И сейчас у нас 7 Imperial Master'ов в Атоме. Начиная с Royal Master'а, каждый ранг вы получаете машину. На ранге Imperial Master'а сам председатель компании привозит вам большой бокс с деньгами. Там примерно миллион долларов. Также вам компания оплачивает офис, секретаршу, водителя, а также вы едете в круиз. Я желаю вам твердо верить, что вы можете достичь ранга Imperial Master'а. И обязательно мы все станем империалами со временем. Кто-то раньше, кто-то быстрее, кто-то медленнее, неважно. Но самое главное, что мы дойдем до этого уровня, если у нас есть твердая вера, и мы действуем к этой цели. Компания Atome предоставляет вам возможность строить этот бизнес в любой точке мира, где есть доступ к интернету. На самом высоком уровне Imperial Master, почему же это мечта многих, потому что там средний заработок Imperial Master это 100 тысяч долларов в месяц. Поэтому здесь есть прекрасная возможность дорасти до этого уровня любому человеку, который сейчас вступает в компанию. Несмотря на то, когда вы вступили в бизнес, вы можете даже обогнать тех, кто зарегистрировался раньше вас. Все зависит от ваших усилий, от ваших стремлений и ваших амбиций. Последняя часть маркетинг-плана – это секретная формула, как расти по рангам вверх и иметь дружную, замечательную семью Atome. Готовы услышать ответ? Эту часть маркетинг-плана я посвящаю последнему пункту в девизе компании – служить в смирении. Это самый достойный способ, как надо работать в Atome. Итак, готовы услышать секрет? Секрет в том заключается, чтобы стать мастером автоматических продаж. То есть, когда вы становитесь мастером автоматических продаж, у вас действительно растет бизнес сам по себе. Вы действительно выходите на пассивный доход, даже перестав что-то делать. На этом статусе вы действительно понимаете всю прелесть Atome, всю силу ее, всю силу маркетинг-плана и всю щедрость компании, и вы становитесь на путь успеха и процветания вместе с Atome. Чтобы закрыть ранг автоматического мастера продаж, вам нужно за год закрыть квалификацию мастера продаж 12 раз. Тогда компания поощряет вас и отправляет вам птичку, да, брошь в виде лебедя. Это нововведение прошлого года, что автоматические мастера продаж удостаиваются вот такого значка. И действительно, это самый важный статус, потому что это 50% успеха, 50% вашего пути к Imperial мастерству. Представляете, как это здорово стать автоматическим мастером продаж? Это цель, достойна того, чтобы к ней идти. Как стать бриллиантовым мастером? Сначала нужно стать автоматическим мастером продаж. Тогда путь к бриллианту вам будет открыт. Почему лебедь – это символ компании Atome? Как сказки. Из гадкого утенка можно превратиться в прекрасного лебедя. То есть это бизнес, где обычный человек, совершенно без образования, без опыта, без специальных знаний любого пола и возраста, может достичь самого высокого уровня в Atome только благодаря своим усилиям, а также следуя принципам компании Atome. Чем же смирение так важно, чтобы стать автоматическим мастером продаж? Мы с вами находимся в бизнесе, где мы предоставляем сервис, где мы предоставляем поддержку. То есть служение – это та же помощь. Мы служим нашим партнерам, потому что наш успех зависит от их успеха. Только когда
наши партнеры поднимаются вверх по рангу, можем и мы подняться на ранг. Мы предоставляем нашим партнерам себя, свои услуги, да, свои знания, свою помощь и свою поддержку. Я надеюсь, я смогла вам передать, насколько важен девиз компании в понимании маркетинг-плана. Что здесь мы не только заботимся о себе и своих достижениях, все зависит от успеха нашей атомной семьи. Здесь мы строим долговечные прочные отношения. Здесь мы строим бизнес на поколение вперед. Здесь важно быть открытым, добрым, честным и поддерживать своих партнеров и не сдаваться, да, идти до конца. Давайте подытожим. В чем заключается девиз компании Atomy? Это душа. То есть здесь мы ценим душу как самое сокровенное, что есть на земле, потому что это так и есть. Каждая душа в вашей бинарной структуре достойна самого лучшего отношения. Поэтому я вам желаю чистой души и заботиться о душе. Следующий пункт – это видение. Я желаю вам четкого видения, такого, чтобы вы четко распланировали в своей голове, как вы собираетесь достигать тех или иных рангов, достижений, уровней и так далее. Имея четкое видение, вы сможете достичь своих целей. Следующий пункт – это вера. Следовать вере. Я желаю вам следовать вере, несмотря на обстоятельства. Иногда бывает тяжело, иногда опускаются руки. Вера помогает нам идти вперед, несмотря ни на что, несмотря ни на какие трудности, отговорки, отмазки. Вера – это то, что поможет вам и вашей команде достичь империал-мастерства. А также я желаю вам служить в смирении. Это самый достойный способ вести бизнес в Atomy, потому что мы обязаны своим успехом нашей команде, а наша команда зависит от нас, и мы друг с другом связаны. Есть ощущение единства, сплоченности, команды. Это командная работа. И когда вы чувствуете, что вы не выше кого-то, вы на том же уровне, и вы можете многое дать, и вы отдаете это, вы служите, вы помогаете. Это действительно помогает вам расти и поднимает вас. Если вы будете себя превозносить, то вы потеряете уважение. Поэтому я вам желаю, чтобы ваше отношение было всегда кротким, но вы вели себя достойно. Компания Atomy верит в каждого из нас и предоставила нам все инструменты для успешного бизнеса. Воспользуетесь вы этими инструментами или нет, зависит от вас. Добро пожаловать в успешную жизнь!